Всем привет, с вами я, Дуки. Да, немножко хуже звук, но моя подруга может говорить сейчас. Говори что-то. Да. Могу я сейчас говорить? Ну, у меня, конечно, хуже звук, но мы будем больше так делать, да? Так, я уже поигравший. Видишь, здесь коробка. Тебе переносить. Тебе сила, иди, и ты получаешь силу, тебе надо подкачаться. Я уже немножко поигравший. Сейчас открою три яйца. Подожди, а здесь можно трейдиться? Смотрим. Да, а не, надо телепирт. Нет, здесь не можно. Хорошо. Делай. Что у меня? А, только один перец. А вот. О, Бонни Рэри. Там пока что говори, говори, что хочешь. А почему я не могу ходить, только прыгать? Потому что ты взяла три коробки. Там снизу кнопка. Можешь ее нажать два раза. Еще один раз. Видишь, там типа коробка, чтобы скинуть, если ты не можешь поднять. Все. Потом ты получаешь энергию, Хорошо. и там можно подкачаться. Иди туда, хорошо. Не, ну где ты? А, здесь можно трейдить, а не. А вот. Иди подкачайся сейчас. Как? Вот здесь, видишь, иди ко мне. Видишь, энергия, и вот здесь можно подкачаться. Качайся. Вот иди сюда, спин нажимай, чтобы что-то какой-то бонус получить приятный. Пока что. А. Вот эти. Одну могу только. Могу только. Знаешь что? Вам, наверное, может не понравиться этот звук, потому что, да, знаю, блок хуже качества. Ну, что поделать. Качайся, качайся, качайся. Все, подкачалось. Если больше нельзя, иди тогда коробки. Все, если ты нажал Хорошо, и тебе больше бегу. не пускает, то все. Это надо коробки переносить. Я хочу 3000. 2500, чтобы новая локация. Понял. Иди сюда, тут какой-то сундук собран успешно. Видишь, тут поп. Сила, видишь, тут сундук. Нажми. Надо нажать. А, сундук. Все, нажала. Так, я буду подкачаться. Качаемся. Все. Так. Надеюсь, вам понравится этот ролик. Нет. Коробку только новую. Нет, там не думаю. Видишь, надо 250, а у меня 241. Вот три коробки. А ты уже можешь? Да, могу еще как. А, у тебя 200, 500. У тебя сила 166, у меня 241. Надо подкачаться. У тебя очень мало энергии. Чё? Но нет. Это было бы много энергии, мне показалось. Так. Все, я иду в другую локацию. У меня уже 500... 561. Авидерчик. Я могу вот эту? Нет. Вы... Два, я два могу. Хорошо.
Все. По 4 косаря. Нормально. Еще. Так, какая-то золотая машина, понял. Только одну тарелку я могу носить, не получится. О, вот, еще, и там, и здесь еще есть один сундук. Ну, потому что надо. Так, что я, один токен. А, здесь можно скорость тренировки, больше заданных трофеев. Угу. Потом цепородовый. Больше 500 золота, крутая штука. И больше энергии. Так, я перехожу на другую локацию. А у тебя сила... Силушка 390. Ну, нормально, нормально. А иди подкачайся, ты не поносишь эту штуку. А почему ты сильную, я вот эту... Видишь, здесь показывает, надо 416. У тебя должно быть больше 416, чтобы ты понесла. Хорошо, я тогда приду назад. Да, да, иди сюда. Иди я отсюда. Немножко подкачаюсь. Ну, бегай. Иди отсюда. Шутка, шутка, шутка. Так, 600. У меня 700. 800. 900. 1000. Почти 1100. Могу по 90. Я получаю по 9 косарей. А этих 2. Получаю 7 косарей. Ну, конечно, это лучше. Так. У нее сила 4. Все, ты можешь. Иди, иди ко мне уже. У тебя 4. Иду. Вот самый первый ты можешь. Только понять. Не сложно. Смотри. Тут есть какой-то, какие-то токены, да. И не знаю, как их... Сколько репир? 2500, и мы репир. Наверное, репир. Репир, да. И здесь можно показать больше скорость ходьбы. Так. Офигеть. Видите, там я могу премьюшки научился делать. Если вам понравится. У меня уже будет 2 косаря. 2 косаря. У меня 2 косаря, у тебя 761. Нормально. Нормально. 18000 камней. Ты иди самую первую локацию, да, и покупай пету. У меня потому что петы очень много получаю. Ага, в этой локации есть петы. Иди сюда. В этой локации, видишь, петы. Сколько? 5 косарей, нормально. Много, наверное, да? Да. А мне нет. Я получаю по 9 косарей где-то. И 8. Все, 3 пета. Не, больше, я на все деньги. 2 лайка не будет еще часть. Офигеть, как я долго не снимал Roblox. Вот что вам нравится, Roblox или Minecraft? Или то и то? Я думаю, что и то, и то.
такие петут, это мы таких можем удалить. Таких попробуем золотые. Вот, 60, 25 косарей. О, 2500, о, можем. Пробуем, давай, не удалось, хорошо. Сейчас беру этих петах. О, нет, это слабо. Крутаем. И погнал. Наверное, он 5000 энергии. Мало-мало. Я с этого одного камня получаю 23 косаря. Ты купи этих самых обычных петов. Там же на первой локации есть. И они там очень мало стоят, и как эти. 24 часа, боже, 24. Я куплю 200. 200 косарей. Идем качаться. 200. О, у тебя же 1000. Да. Вот у меня уже 1000. Ты вот этого фонарь. Фонарь. Ты уже можешь фонарь. Сколько ты получаешь? Ты получаешь по 8000. Я получаю по 23000. Справедливо? Я думаю, да. Офигеть, 1000. Чтобы 10 силы получить. Я думал, вообще не справедливо. О, подожди, я могу репир сделать. Стоп. Все, я погнал репир сделать, перерождение. А потом надо 5000, что я сделал перерождение. А петы мои не остались. Нет, все заново. А, ребят, а что я получил? Коллекция какая-то. Когда у тебя будет 2500, ты делай рекорд, хорошо? Хорошо. Так, хорошо, хорошо. А что я получила, ребят? Я не знаю, вообще. А что я реально получил? Хорошо, ребят. Мы понемножку, по чуть-чуть уже будем прощаться. Надеюсь, вам понравилось. Вы оценили. И мы... Что? Вот еще. Два пета. Один пет. Собака. Еще. О, Буни. Все. Ну что ж, ребят. Надеюсь, вам понравилось. И всем удачи, ребят. И пока! Пока!